Всем привет, с вами Данил. Сегодня новая серия «Заколхозим фокус». Сегодня мы с вами поговорим про автосвет. В данный момент стоит габарит, обычно лампа накаливания, то есть лампочка, которая выступает в роли и габарита, и тормоза. То есть при нажатии на тормоз загорается вторая спиралька, и, собственно, она становится ярче. Но каждому автомобилисту хочется что-то всегда изменить, сделать лучше. И именно поэтому я купил светодиоды от компании Philips, то есть это лампочки со светодиодами, которые выступают в роли и габаритов, и сигнала тормоза. А лампочки, сразу скажу, не из дешевых, и стоимость у них по сравнению с обычными лампочками просто, не знаю, в разы отличается, там в десятки, может даже и в сотню раз. Но в любом случае я их купил для того, чтобы свет стал чуть поярче. Более того, светодиоды загораются мгновенно, то есть вы только нажимаете на тормоз, и у вас сразу же загорается светодиод. Если вы с лампочками накаливания, то происходит там какие-то доли секунды, пока лампочка разгорится, и, собственно, вы увидите этот сигнал. Итак, для сравнения мы сейчас установим один светодиод на одну сторону и посмотрим, то есть как в сравнении будет гореть данная лампочка. Для того, чтобы заменить лампу стоп-сигнала либо поворотника на Ford Focus, нужно данную лампу снять. Откручивается она легко, то есть два винта, крестовая отвертка. Берем и откручиваем. Погода у нас получилась сегодня неудачная. Очень холодно и ветрено. Итак, винты мы выкрутили, и теперь снимаем фару. Все, фара у нас снята, и теперь нам нужно заменить нашу лампочку. Делается это просто, поворотом вы лампочку выкручиваете. Вот, как вы можете видеть, лампочку, не знаю, она уже выгорает, она уже становится оранжевой и мутнеет внутри. Достаем наши светодиоды. Так, и подсоединяем. Нам вроде там. Но у меня есть еще одна батарейка. Блядство, здесь другой разъем, сука. Устанавливаем светодиод и видим, что он светится вот так, и светится он уже ярче, чем был. Теперь устанавливаем его в лампу. И поворачиваем. И смотрим. Как он у нас светит сейчас. Все, можно отключить сейчас. Итак, друзья, слева мы установили светодиод, справа у нас стоит обычная лампа накаливания, и уже сейчас видно, что светодиод гораздо ярче, чем наша обычная лампочка. Итак, сейчас мы нажмем на стоп-сигнал и увидим разницу. Еще раз. Еще раз. Так, вот так вот у нас горит светодиод. Нажимай. И загорается очень ярко. Пускай. Хочу отметить то, что светодиод горит именно красным цветом. Если мы посмотрим на лампу накаливания, то она у нас желтит. Какой-то появляется желтый цвет. Давай.
И если мы будем смотреть полностью на оба наших стоп-сигнала, то можно увидеть, что на какие-то доли секунды светодиод загорается мгновенно. Ну что, давайте теперь установим второй наш светодиод и, собственно, увидим всю разницу. Я хочу вам сказать об одной особенности. Я хотел узнать, почему я не видел нигде на форумах, на разных сайтах, и люди на автомобилях Focus не ставили такие лампочки. Ответ здесь простой. Лампочки и данный светодиод, они отличаются. То есть вот с этой стороны, если смотреть, вот есть две выступающих точки, по которым заходит, они не находятся, они не симметричны, они не находятся на одной оси. Они сдвинуты чуть-чуть, и именно в этом и есть проблема. То есть, чтобы установить наш светодиод, вот мы возьмем наш светодиод, у него эти точки находятся на одной оси параллельно. И чтобы поставить все это дело, это вызывает сложности. Сам цоколь мнется, и ну, это все равно уже, так скажем, не есть хорошо. То есть хотелось бы, чтобы такой светодиод можно было установить сразу и без проблем. Но у меня это не вышло. Пришлось немножко повозиться, но я его поставил. Итак, давайте сделаем теперь то же самое. То есть просто поставить данный светодиод сюда нельзя. Нужно смотреть, чтобы у нас данные контакты снизу тоже соприкасались. Поэтому давайте пробовать. Так, вот я сейчас установил, но мы сейчас проверим. Так, габарит горит, и теперь нажмем на тормоз. Тормоз тоже работает. То есть у нас лампа установлена, но она не фиксируется там прямо вот жестко. То есть она зафиксирована, но не так, как производителем было задумано. Итак, друзья, все, светодиоды у нас установлены. Поэтому сейчас включаем светодиод. Вот мы видим, как у нас горят два светодиода. На машине полностью установлены светодиоды. Они горят красным цветом. И теперь нажимаем на тормоз. Срабатывают мгновенно и очень ярко. Лучше, чем было. Вот так в полной темноте горят светодиоды. Горят ярко, хорошо, но не скажу, что ослепляют. Вот. Загораются мгновенно и также мгновенно гаснут. Качество улучшилось, качество очень классное. Можете обратить внимание, как долго разгорается, как долго тухнет стоп-сигнал на лампочках, который дублирующий. В общем, светодиоды стоят того, чтобы их купить. И 1800 рублей не жалко потратить ради такого. Светодиоды установлены, конечно, не без проблем, скажем так, но проблемы эти мелкие и решаемые. С другой стороны, хочется сказать, стоит тратить на них порядка 2000 рублей, решать только вам. В моем случае я их купил со скидкой, а притем с хорошей скидкой, и очень доволен тем, что я получил. Сейчас фонари горят ярче и горят именно красным цветом. Загораются мгновенно. В общем, это очень сильный плюс. Снимая данный обзор, я очень сильно замерз. Данные светодиоды были куплены в интернет-магазине Online Trade. Установить их можно, как оказалось, на любой цоколь, то есть с параллельными этими точками или нет. Поэтому обязательно ставим лайки, подписываемся на мой канал. И до новых встреч. Пока. О, даже рот замерз.